9 часов 25 минут 21 сентября 2023 года. Через несколько минут выезжаем из Мюнхена. Небольшой итальянский городок Кальдонаццо, где и проведем последующие 2 дня. Это примерно север Италии. Это примерно провинция Альт-Адидже, где растет самый лучший в Италии виноград для белого вина. А еще самое время сейчас в Мюнхене проходит фестиваль Октоберфест, пивной знаменитый фестиваль, на котором присутствует очень много туристов, очень много жителей Баварии. Вчера узнал такую вещь, что билет входной стоит 50 евро. И в стоимость билета входит одно блюдо и 2-литровые кружки пива. За 50 евро будет счастье. Каждый последующий литр будет стоить 14 евро. Вот такие цены. Коровки. Издалека, как овечки. Buona Luna. Oh, di Anna Rastelli. Кто-то наверху живет, кто-то внизу. Parigi ha detto insieme siamo indistruttibili nella nostra terra. Anni 60. Знакомиться с местными продуктами, локальные напитки, даже рыба. Мы тут купаемся. Трентино, Альта Адидже, Италия. Озеро Кальдонаццо, Лаго ди Кальдонаццо. Точки. Все такое. Лаго ди Кальдонаццо. Альта Адидже, Италия. Немножко тут решили окунуться, заплыть, купаться. Очень хорошо. Пока одна бутылка вина Пиногриджо из региона Альт-Адидже. Сейчас пойдем дальше. Моё раннее утро. Семь утра. Надо идти купаться. Южный Тироль. Альт-Адидже. Thank you.
За мной виноградники. Вот. Вот. И сейчас мы зайдем в винодельню. В одну. Принцесса. Королева. Что я нахожусь возле винодельни. Месте, где делают одно замечательное, прекрасное вино. Немножко покажу тебе. Это винодельня Кальтренцо и вино, которое делает Пейфер. Вот. Ну, естественно, все вина, которые в этой винодельне. Мы приехали специально в этот город Кальтер, чтобы все попробовать и на месте убедиться, что это вино то, что мы всегда пили, то, что нам нравится. Вот такая вот штучка. Сейчас проверим. Это разные вины из разных. Кабане, Мерло. В общем, сейчас будет дегустация и покупка. Яблоки. Здесь кругом одни яблоки. И там все вокруг, везде одни яблоки. Juan Golio. Карпаччо. Вы хотели две тарелки карпаччо? Андрей пиццу поставил. Карпаччо я заказал. Может быть, там горка? Мне кажется, пицца лишняя была. Да. Хорошо, улыбаемся и машем. Я не знаю. Атмосферное кафе. Тренто, Альто Адидже, Трентино, 23 сентября 23 года. Итальянцы и итальянки. Немного итальянской моды, молодежи, там, всего такого. Ба-ба-бам! Та-да-да! Не знаю, где это. Улица города Тренто. Итальянская улочка небольшая. Тренто. Альто Адидже. Люди гуляют, путешествуют. Немного Италии. Мир. Тренто. Non amo i vini fruttati, quindi non andrei magari a sfruttarci i vini. Ci posso fare una parte con la vena lì. Però sono tutto. Fermentino.
Italia. Это видимо с Октоберфеста. Yeah.
как Андрея за веревку привязывают к ноге. Работают у себя здесь. Thank you.
заоблачилось. Альпы. Альпийские